Привет, дорогие друзья, с вами Андрюха, и сегодня мы будем проходить до конца. В прошлой серии мы проходили вместе с одним уровнем еще и First Race. И сегодня, в этой серии, мы его до конца пройдем. Ну давайте начнем. Так, перевернутый корабль. Я уже запомнил, что здесь и где и как. Так. Так, стоп. А этого ничего не могло случиться. Так, ребят, извините, ко мне просто зашли. Так. Так. Баунс. Вообще не знаю, какие достижения. Ни капли. Вообще здесь за любое достижение выдают какой-то предмет. Или орбы. Я не знаю. Вот бы здесь за какие-то уровни выдавали бы орбы. А, что я такой тупой? Его здесь вообще всегда выдают. Давайте мы Вы, наверное, спросите в прошлой серии. А, нет. Я уже забыла, что... Возможно... Ребят, только осторожно, потому что, возможно, бомбеж. Наушники не подключайте. Блин, подождите. Алло, я записываю видео. Алло. Все, наконец. Так, блин, у меня сейчас одно место чешется, но... Блин! Вот ты ж, блин. Если бы я сейчас на него не отвлекся, я бы прошел. Ну зачем так? Почему у меня всегда что-то чешется во время прохождения какого-то уровня? Так, все, у нас есть 7 минут. Кстати, кто не помнит, мне максимально можно снять 10 минут. Потому что у меня бандикам не зарегистрирован. А это надо покупать за реальные гривны. Поэтому, сорян, но ближайший год я буду снимать меньше 10 минут. Да, ну блин. Вот почему всегда, когда я побиваю рекорд, мне что-то чешется. О, вы видели? Я баг сделал. Увидели я? Я только что во время перевернутого кораблика случайно пропустил портал и сделал баг. Прикольно. Я только что забагал игру. Thank you.
Так, проходим волну. Сейчас будет третья волна. Ну, если бы я не перепрыгнула этот долбанный подпрыгалку, то я бы уже... Я бы не знаю, что это. Если я сейчас сольюсь, я не знаю, что я сделаю. Потому что, возможно, бомбёж. Да, блин, я его убью. Разработчики этого левела. Так, уже я снимаю 6 минут. У меня есть только 4 минуты, чтобы в конце концов пройти этот левел. Что ничего не сказал. Так. Ладно, если сейчас мне не дадут его закончить. Не знаю, что это. Ну давай, пожалуйста. Ну, я хочу добраться до следующего уровня. А не проходить этот. Да ну блин! Если бы я сейчас не клацнула мышкой, то я все было бы окей. Так, все, я ставлю на паузу и ждем, пока я закончу. Все, ребята, я наконец побил свой рекорд. Так, побиваем. Я только что побил его. Я готов. Я не знаю, что я сейчас. Честно. Ребята, я сейчас опять на этом моменте. Так, побиваем. Все. Сейчас я не верю. Что? 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 Все, я сейчас моментально разозлюсь. Все, ребята, я на побитие рекорда. Так, добиваем. Так. Да, 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 да. Да! Ну в смысле? Я сейчас просто-напросто не знаю, что сделаю. Ну, давай. Да! 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 Я сделал это! Спустя 100 попыток в этой игре я это сделал! Да! Ребят, подписывайтесь на канал. Я наконец прошел невозможный уровень. Всем пока. До скорых встреч. Я знал, что мы победим.